У Кривому Розі продовжується формування стратегічного запасу. Під керівництвом начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула цей резерв постійно поповнюється. 10 тонн продуктів передала вірменська громада. Армянська община міста Кривого Рога з перших днів війни організував гуманітарний штаб для допомоги вооруженим силам України, переселенцям, територіальної оборони. И вот все это время оказывал помощь. И когда военная администрация города обратилась к нашей общине, руководство Союза армян Украины во главе Велена Григорьевича Шатворяна при поддержке Арсена Борисовича Авакова решили оказать гуманитарную помощь в виде 10 тонн продуктов питания для резервного склада жизнедеятельности нашего города. Макаронные изделия, мука, сахар, растительная масса и другие продукты. Мы как никогда будем быть едины, показывать вот это все, работать вместе, чтобы все это скорее закончилось и наступил мир нашей украинской земле. Я думаю, что сегодня нет безразличных людей, и каждый оказывает помощь вооруженным силам Украины и всем нашим ребятам. Слава Украине! Перший заступник міського голови зазначає, Кривий Ріг – інтернаціональне місто, єдине у прагненні миру. Зараз таке час, коли ми повинні бути єдині, і найголовніше, щоб ми були вместе. А Кривий Ріг во всі времена був інтернаціональним містом, чого стоїть тільки відомий всім многонаціональний фестиваль «Єдина родина – моя Україна». Я впевнений, що після нашої перемоги мы еще все вместе соберемся на проспекте Почтовом и проведем этот замечательный праздник. Сегодня мы благодарим наших земляков, армянскую общину нашего города, настоящих, энергичных, ответственных и сильных духом криворожан. Сегодня организован общиной большой груз продовольственный, который пополнит наш стратегический запас, который был организован по команде Александра Вилкула, руководителя военной администрации. И сегодня мы вместе. Я хочу сказать огромные слова благодарности главе Всеукраинского союза армян, это Шатворян Велен Григорьевич. Сказать огромное спасибо Погосу Степановичу Ирнасяну, как главе армянской общины нашего города. Всем тем, кто принимал участие, огромное спасибо Артему Махачану за выполненную работу и за поддержку всех нас, все вместе, когда вместе победим. Виктория Добровольская, Денис Захаров. Цей день.